Проблемы современной политики, экономики, экологии Челябинска и России в целом обсудили студенты-экологи на встрече с начальником управления по делам молодежи администрации города Челябинска Сергеем Авдеевым и членом Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Ириной Гехт. Но это, наверное, была самая живая встреча, на самом деле, со студентами Южноуральского государственного университета. Это и возможность проинформировать о тех законодательных инициативах, о тех новых законах, которые принимаются Советом Федерации, и возможность обсудить вместе с ребятами те вопросы, которые волнуют их. И сегодня встреча показала, что таких вопросов очень много. Да, от ипотеки до экологической обстановки в регионе. Это не первая встреча представителей власти со студентами города Челябинска. Такие события стараются проводить чаще, чтобы узнать мнение молодого поколения. На самые интересующиеся категории общества, которые волнуют все процессы, происходящие в том месте, где они живут, да, и как им купить квартиру, да, и сколько они будут зарабатывать, и что у нас с экологией, и почему нашли даже кишечную палочку в Шишневском водохранилище. Поэтому, ну, слава богу, что такие встречи имеют место быть, и мы на какие-то вопросы мы даем исчерпывающий ответ, на какие-то мы обещаем найти ответы. Ну и сегодня была одна из задач уточнить, с кем бы они хотели еще встретиться. Алексей Беляков с рождения живет в Челябинске. Молодого человека волнует то, что сейчас происходит в городе с экологией. Он пришел на встречу, чтобы лично узнать у Ирины Гехт подробности о загрязнении воздуха и предпринимаемых решениях этой проблемы. Я активист, которому близки та ситуация, которая сейчас есть. Есть понимание по тем моментам, которые хочется изменить, и это очень здорово. Политика идет навстречу к молодежи, то есть хочет слышать мнение. Будем надеяться, что и будет какой-то результат от данных встреч. Встреча продлилась около 2,5 часов. Представители власти ответили на большинство вопросов студентов и задумались об организации еще одного такого собрания в ближайшем будущем.